Всем доброе утро. У нас сейчас будет съемка. Катя тут что-то решила пропылесосить. Вот, а я взял камеру, чтобы немножко заснять. Вот, мы сейчас будем снимать долгожданное видео. Ну как, может, вы его не так ждете, но мы его долго хотели снять. Вот. Да, мы их еще планировали на прошлой неделе снять, или даже 2 недели уже планируем снять. Да, но все никак. Ну все никак у нас. Мы оставили на прошлой неделе на воскресенье. Вот, и не смогли снять. В воскресенье что-то у нас не получилось, не помню, что. В воскресенье А, я же занимался весь день, поэтому не получилось. Ладно, все, мы сейчас начинаем снимать. Вот, делаем печеньки, потом... Ты прическу не сделал. Я знаю, поэтому себя не снимаю. Вот. Мне там такой хаос, надо подстричься сегодня. Когда поедем, я подстригусь. Что знаю? Я что подумала, мы сегодня поедем, не знаю как мы, но я поеду сегодня к малышам нянчиться. Я знаешь, что подумала? Если мы с тобой поедем вдвоем, возьмем малых и пойдем с ними гулять в коляске. Угу. А Олеся тем временем отдохнет, поспит, я не знаю. Она нам доверит детей? Она будет у нее спросить, но они обычно спят, когда гуляют. Ну смотри. Ну надо просто ей предложить, вдруг ей такая идея понравится. Ну посмотрим. Все, я пошел делать этот. Прическа. Причуха, а то это жесть какая-то. Да, отросли волоски. Да вообще. Сразу лицо такое круглое. Короче, мы тут готовим. Уже все вроде бы отсняли. Ну как, основную часть мы отсняли рецепты. Короче, получились они у нас очень стрёмные, смотрите. Тизер, ты его убила. Ему оторвало голову. Короче, этот рецепт мы не будем выпускать, потому что он нам не очень понравился. Ну, хотя есть некоторые, которые не очень такие страшно получились. Но все, вообще, в общем, они не очень. Особенно вот этот. Подождала бы, чтобы они подмерзли бы. Так я вот хотела, чтобы они подмерзли в этом тарелочке. Но пахнет вкусно. Пахнут очень вкусно. Я думаю, они и вкусно, просто выглядят не очень. Вот этот красивый получился. Кстати, да. Ну, ничего. Мы... Если у нас еще будет желание, мы его переснимем, да? Но у меня уже желания нет. Не будем переснимать. Вот. Ну мы старались, мы честно, мы старались, пытались, но... Но не получилось. Угу. Ой, вообще, мне не понравилось это тесто с маслом. Оно все тает, все руки в масле. Бэ. Ладно, все. Надо все, сейчас будем пить чай. Завтракать, а то мы же даже еще не позавтракали. А уже 2 часа практически. Обалдеть. Без 10. Мы 2 часа снимали этот рецепт, да? Че? Нет, ну не 2, меньше. Все, нафиг это все печенье, ничего не хочу. Кушать хочу. Вот я тебя поддерживаю, кушать я тоже хочу. Ладно. Потратили, блин, полдня на фигню какую-то. Так вот обидно, ребят, вы просто не представляете. Готовишь, а она... Все как через попу. Ну да. Жалко. Ладно. Да ладно. Ничего страшного. Какой чудесный день. Какой чудесный день. Какой чудесный я. И песенка моя. Солнышко, так хорошо на улице. Тепло. Да, у нас на улице 22 градуса. А мы в куртках. Надо куртку снять, а то мне жарко. Поддержишь камеру? Ну, посмотрим. Посмотрим. Ой. Правда, жарко. Мы отсняли одно видео. Да, вечером отснимем еще одно. Ничего, не беда, то, что печеньки не получились. Мы особо не переживаем. Мы съели. Ну, я съела. Само тесто очень вкусно получилось. Да, просто они, ну, как бы визуально... красиво выглядели, поэтому ладненько. А мы сейчас едем в магазин, скорее всего, Икею, да? Наверное. Вот. Ну, в ту часть едем. Да, там, где у нас все магазины. Мы сначала сходим в Леруа Мерлен. Ага. Там русские говорят, вроде Леруа Мерлен. Ну, короче, этот магазин он сам. Вот. И нам нужно забрать чек, который нам обещали сделать, уже прошло 2 недели, сейчас 3-я началась, да. Там до сих пор... Что ты делаешь? Не делайте так. Ну ладно, она это учится у нее, знак ученый. Ой.
Девушка за него. Ну а ты что думал? Ну, в принципе, все-таки все понятно. Нормально. Мы уже в магазине. Короче, эта женщина не записала наши данные, и мы просто так зря впустую ждали 2 недели. Да. Вот, потому что мы все сделали заново, и сейчас решили в этом магазине посмотреть ковры. Какие здесь. Вон они, сзади. Да, они прямо. Так что идем смотреть ковришки. Вот они, коверчики. Ни за какие коверчики. Ой, я вижу тут бежевый. Смотри, вон там бежевый, он мне уже нравится. А мы не зеленый будем брать? Ты хочешь зелененький? Не знаю, ты хочешь бежевый? Ой, он какой-то с цветочками. Не, я с цветочками не хочу. Я хочу однотонный. А ты как думаешь, какой лучше, однотонный или цветочка? Ты знаешь, цветочка? Мне кажется, однотонный лучше. Да, я тоже хочу однотонный. Давай смотреть, что тут у них есть. Короче, тут выдвигаются такие штуки. Можно смотреть. Но это не это отделение. Здесь они все... Ой, этот вообще какой-то страшненький. Он все колючий, наверное. Да. Такой. Ну вот по длине ворс, наверное, вот такой вот, да, ну, лучше да. брать. Хороший. Да, прикольный. Только... Ну смотри, вот эта расцветка тоже неплохо. В цветах наших подушек с ветхом тоже синенький, зеленый и бежевый. Он тогда уже такой. Не, не хочу так. Пойдем, там еще есть ряды с этими коврами. Но вот это тоже симпатичный ковер. По ощущениям прикольный. Кате вообще нравится такой вот. Он очень мягкий. Они не разрешают, потому что пума его это. Да вы представляете, тут где-то около сантиметра ворс. Он там целый, я не знаю. На этом ковре можно спать. Он такой классный. Честь. На ковре правильнее будет. Вот, нет? Ух ты, потрогай. Тоже такой мягенький. Тоже мягенький. Ну, длинноватый здесь ворсик. Длинноватый, да? Угу. Но он так плотненько-плотненько. А вот этот? Ну, это типа того, который серебряный. Где стоит он дешевле, тот стоит 189. Но он другой, смотри, тот такой блестящий идет, а этот не такой блестящий. Ну этот мягче. Вот этот зелененький и цвет мне нравится. Ну он и мягче. Он чем... мягкий, да. Делаешь так. Давай такой. И купим. Потом можно на нем что-то нарисовать. Такой классный. Какой этот размер? 160 на 230. Вот как раз для нашего зала. Зелененький, как ты хотел. То ты уж что. Нет, мне кажется, это длинноватый, нет? Длинноватый. Ты хочешь вот такой вот? Чтобы на него... А он не затопчется, если по нему постоянно ходить? Ну, конечно, затопчется. Да? Ну, я думаю, здесь они не особо хорошего качества. А вот этот? А это такой же, как потерял. М? Вот этот такой же, как вот этот, да? Да, так на него скидка 50%. И размер как нам надо? Колюченький такой, да? Ну ладно, пошли, нам еще в несколько магазинов нужно зайти посмотреть. Ладно, пошли, посмотрим. Мы уже в Икее, ребята, малышам купили вот таких вот 2 котика. Ну, тебе стоили 100 евро. Да? Смотрите, ну, какой вот этот бежевый, прикольный. Сейчас он сфокусируется. Во. Круглый? Круглый? Ну, вот этот вот неплохой. И он вроде мягенький, не такой длинный ворс. Такой круглый нравится? Мягкий? А есть другого цвета? Ух ты, и правда мягкий. Мягче, чем тот, да? Да вроде да. Хороший такой. Я скажу, что мягче, а кажется, что это один и тот же. Ну, по крайней мере, на ощущение кажется мягче. Не а знаю. Вот бежевый. Есть? Да, вот. Да, блин, а как мы круглый? Его под диван засунем, да? Ну да. Да, он такой же. Такой же, да? Ну, ты себе? Правда хочешь круглый? А он по размеру нормальный нам будет в зале? У него какой сантиметр? А? 195. Угу. Думаешь, хорошо будет? Не знаю. Круглый прикольный. Нравится? Вообще не знаю. Может, давай таких купим, все застелим? Не, Ваня, вот таких. Это надо под стелить. Чтобы он не двигался? Да. Ну давай возьмем такой круглый. Просто привезем домой, постелим его. Если нам не понравится, мы же можем привезти и сдать его. Вообще да.
Ну, видишь, круглый чем хорошо, там, где твой стол, он у тебя как раз получится, что стол будет не... Не на ковре, а ножки будут у меня на ковре, когда буду сидеть за столом, правильно? Нет? Ты хочешь, чтобы тебя... А ты ноги ставишь на пол? Нет, на стул. Там такая перекладина. Ну, вот, видишь, поэтому... Ну, давай тогда такой. И цена у него хорошая, да. И он мягкий, и бежевый. Подожди, он где-то вот здесь должен быть. Ну, вот это вот квадратный. Ну, жди. Где? Там? Ну, пошли туда. Пойдем. Вот здесь, да? Вот там, вот это вот они, наверное, да? Круглые. Наверху. У нас уже продают новогодние эти украшения, елочки. Класс, класс, класс. Зай, кстати, идет с этим, с ковром. Мы решили взять круглый. О, какие прикольные игрушечки. Смотри, какие, Зай, интересные. Мы в этом году обязательно будем ставить елку у нас дома. Где? Потолку, да, наверное, будем перекрыть. Наверное. Смотри, какие гирляндочки в этом... Пошли. Этими снежиночками. Ладно. Ой, я сейчас даже не хочу думать. Видняшка. Зато я хочу думать. Ух ты, смотрите, какие классные. Смотри, вязаные какие классные. И Деды Морозы тут. И Сергей. Ой, а вот эти, смотрите, какие симпатяшные. Ладно, все, пошли отсюда. Мы с Ваней выбираем тортик. Какой будем брать? Ты видела, какие они здесь дешевые? Когда 5 евро. Кусочек, он стоит 2,50. А тут целый за 4. Ну да. Прикольно. Есть малинка, есть вот этот последнее время, ты вот этот кушал. Да, какие тут еще? Шоколад. Вот этот? Да. Ты с такой... малинкой, да, который? Ну да, только не знаю, там малинка есть. А чизкейка нет, да? Да вроде. А вот есть. Нет, чизкейк. Вот этот? Я думаю, ну так. Хорошо. Держи котиков. Видела? Что? Ай, точно, булочки. Но не замороженные, их нужно выпечь и все. Кстати, 3 евро всего стоит. Зай, 3 евро стоит. Нет. Ладно, берем вот этот, да, тортик? Хорошо. Как тут? Другой? Так. Берем тортик. Вот такой вот. Вкуснячий. Ну что, ребят, мы посидели с малышами. Да, весь день уже, видите, прошел у нас. Да мы пару часов всего у них были. Мы 4:30 к ним приехали. Сейчас только... А, да? Да. Ну, мне показалось немножко больше. Я дело в том, что сидел там... Ну, сайт, кстати, мы же сайт запустили. Да, мы запустили же сайт «Семейный кухник». Да, так что теперь все знают, чем я занимался, каким сайтом я занимался. Вот. И там были проблемы всякие различные. Вот так сидела, решал, пока там как-то сидела. Нянчилась. Да. И такие лапочки. Вот, а сейчас мы едем на закупку. Да, у нас вообще дома... Шаром покати. Вот так что мы едем в Алькампо, да? Да, в Алькампо заедем. И, не знаю, в Меркадоном будем заезжать? Нам просто молоко нужно купить. А, ну давай тогда и или в Алькампо тоже есть молоко? Синлактоза? Я даже не знаю, давай зайдем посмотрим. Позырим, да. Мы сейчас в отделе хамона. Этого, как его называется, Зай? Ну, колбас всякий. Колбас, да, и Ваня говорит, носками повеял. Как в спортзале. Да, то же самое. Смотрите, какие большие помидоры. Этот еще не настолько большой, а вот этот. Таким его убить можно. Больше на тыкву похож. Кстати, разобрали очень вкусно. Да, а может они вкусные? Думаешь взять один? Может возьмем один, попробуем. Но я мне кажется... Я такие розовые покупала, они должны доспеть, они должны быть такие розовые. Да не, не будем, они черные. Какие-то зеленые все. Да, мы вон те черные взяли. Так, что нам нужно? Нам мясо нужно для соуса. Пойдем. Ваня предлагает взять вот такую вот упаковку Орбита, чтоб на полжизни хватило. Ну кто это тут у нас мяукает? Кто это тут у нас мяукает? Так, сейчас мы будем распаковывать этот самый. Ваня, раз все
все отрежет, разрежет. Режь, да. Ого, вот так. Ну ты ж точил ножик. Ага. А Пума уже полезла смотреть, что мы там купили. Пума, тебе ничего не купили. Так. Ура, у нас будет ковер. Будет ковер. Я что, так хотел. Наверное, да? Угу. Все, разорвал. Что это? По кругу, что ли? Подожди. Все, мы нашли, как это все дело распаковывается. Точнее, Ваня додумался. Это, наверное, тоже надо срезать, да? Ну, вообще, это не обязательно. А, вот так можно. Вытаскивать. Опача. Опача. Давай. Опа. Он весь смерзший. Ну да. Все. Все? Знаете, для чего мы купили? Чтобы на нем лежать. Не маленький? А что тебе маленький? Подвинь его поближе к дивану. Да, ну, вот так. Подвинь его под диван. Вот. Давай вот этот край, который к нему. Да, давай. А тени тут край. Чтобы как это сделать, чтобы оно так не было. Нам надо застелить заново диван. Да, он у нас. Так, ну мы немножко подзаправили. Теперь более-менее стало ничего так. Вот. Раз так уютненько. Сразу хочется завалиться. И лежать. Если бы не Пума, мы бы взяли длинную шерсть. Ну, короче. С длинным шортом. Да. Пумка, тебе нравится новый ковер? Говорит, у тебя руки грязные, дай помою. Короче, вот такой вот коверчик. Ну все, теперь ножки ставишь уютненько, да? Да. И вообще, когда просто так вот смотришь со стороны, немного уютнее смотрится с ковром. Да. По крайней мере, мне больше нравится с ковром. Чем без. Ну, я, правда, хотела побольше, но Ваня мне переубедил, что больше не надо. Потому что если будет больше, будет неудобно. И там, и сям. Короче. Да не, нормально. Мне кажется, нормально. Да, хорошо. Я поставила сейчас вариться макароны и сосиски. Мы сегодня сосиски с сыром будем кушать и макароны. Сосиски мы когда ели? Ну, давненько, да? Да, давненько. Купили вкусные сосиски с сыром. Да, пойдем покажу, какие. Вообще, покупки надо показать, не? Что мы тут накупили? Вот пакет. Пуму в него замотать и все. Наши друзья угостили нас сухими грибами. Вот такая вот вкуснятина. Да, купили молоко. Подождите, сосиски. Так, чай купили еще один. Кстати, ну, это не чай. Ну, как бы, ну, это не черный чай. Это травяной. Инфузион. Не знаю, как по-русски будет. Сюда. Так, помидорки. Да, вот гнилых помидор накупили. Вот видите, вот они. Вот, и будем макароны кушать с вот этим вот соусом. Очень вкусный. Да, он такой остренький, чили. Давно его не покупали. Купили вкусное масло. Хамон дульсе. Хамон дульсе, это ветчина. Говори, ветчина. Там бекон для подливки. Я буду готовить. А ты только одну нату взял? Да. Надо было две брать. Нато такая немаленькая. Взяли мясо, завтра буду готовить соус. Подливку. Соус. Соус. Да, ну тушеную картошку с мясом. Угу. Сыр. Там. Что мы еще взяли? Так, второй пакет. А, купили ванильное мыло для ванны. Он так, так вкусно пахнет. Потом ванигель. Вот такие. Дошла я до них. Вот такие. Не очень вкусные. Оскар Майер. Обалденно. Они не из дешевых, правда, сосисок. То есть, они... Ну, вообще, хорошие сосиски, они должны стоить хорошо.
Дешевые сосиски, это значит, они из туалетной бумаги, сделаны. Или там из чего делают там. Это точно. Салатик взяли. Салатик. Сейчас я буду делать картошку. Купили, кстати, первый раз купили картошку в Алькампо, в Ашане. Хотя раньше мы там не покупали. И я соус, но завтра тушеную картошку буду делать с парией. Луком парией. Все. Молочко, кстати, тоже другое взяли. Вот это той же марки, что и масло. И масло, да. Нам масло понравилось, мы решили попробовать молоко. Да, оно немного дороже, это по еврику. А мы за 90 покупали. 86. 89. 89, вот. Обалдеть. Да. Переплатили на 66 центов. Ладно, убираем этот пакет. Угу. И будем прощаться, сейчас покушаем. Посмотрим, да, какой-нибудь фильмец. Так, ну, что, ребята, кто фильмец посмотрит, а кто не посмотрит фильмец. Кто будет заниматься, да, дочками. Смотри, какая помощь счастливая. Счастливая пума? Счастливая. Спряталась, вы ее не видите. Ты камуфляж у меня. Да, пума? Пума? Ладно. Всем пока. Всем пока. Пока. Пока-пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.